чел современный и геймер реальный. Виснешь часами в сетях социальных. Как же там новым не сбить тебя с толку? Чуть устарел, а меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным. Можно писать в них в паблик и в личку. Неважно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. В Кирове осудили подростка-цыгана, который ножкой стула попал в глаз потерпевшему. Разборка произошла в баре на улице Чапаева. Камера видеонаблюдения зафиксировала подробности конфликта. В бар на улице Чапаева тогда еще 16-летний Ермаш пришел с братом Артуром. Спортивные молодые люди, по словам потерпевшего Дмитрия, подсели к нему за стол и начали агрессивно общаться. Пьяный потерпевший пытался решить вопрос по-хорошему, но потом сходил на улицу, нашел палку и думал воспитать двух цыган. Но братья не растерялись. Сначала один кинул стул, а затем другой. Ермаш бросил ножкой вперед и попал в глаз Дмитрию. Несовершеннолетний подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, по месту работы также характеристики положительные. Вместе с тем он состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, неоднократно обсуждался на комиссии. Его мама привлекалась к административной ответственности по статье 5.35 административного законодательства за ненадлежащее воспитание своего ребенка. Экспертиза установила, что потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. К счастью, этот бросок не лишил Дмитрия зрения. А психологи выяснили, что осужденный Ермаш страдает психическим расстройством в форме легкой умственной отсталости. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих по делу обстоятельств. Это несовершеннолетний возраст подсудимого, частичное возмещение компенсации морального вреда, полное признание вины. В итоге за бросок в глаз Ермаш получил 1.5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Также ему назначили принудительное лечение у врача-психиатра. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.